Дорогие друзья, всем привет! Я Владислав Буря, специалист по выбору лечебных курортов и санаториев. Тема сегодняшнего видеодайджеста – это заболевания кожи, по поводу которых люди в последнее время обращаются ко мне все чаще и чаще. Заболевания кожи, безусловно, сейчас большая проблема для многих людей, потому что люди ведут стрессовый образ жизни, нерегулярно и часто некачественно питаются. Соответственно, проблемы имеют с нарушениями обмена веществ, которые усугубляются стрессами, и все это оказывает влияние на кожу. На днях ко мне обратилась клиентка, которая попросила помочь ей с выбором курорта для лечения таксидермии. Это заболевание, которое возникает вследствие аллергической реакции, в том числе аллергической реакции на уколы. Возникает такая довольно неприятная сыпь, которая зудит, болит и, в общем-то, приносит достаточно ощутимый дискомфорт. Клиентка попросила посоветовать, на какой курорт ей лучше всего поехать. И перед тем, как мне звонить, она поискала в интернете, и кто-то в отзывах посоветовал ехать на курорт Нафталан в Азербайджан. И, в общем, она хотела у меня узнать, стоит ли поехать в Нафталан или на какой-то другой курорт. Нафталан я отмел сразу, потому что нафталановая нефть, хотя она и хорошо лечит многие заболевания кожи, при таксидермии она, скорее всего, не поможет, потому что имеет определенный уровень токсичности. Нафталановая нефть токсична в определенной степени и может вызвать дополнительные раздражения и дополнительный зуд на коже. То есть предсказать в данном случае, как нафталанотерапия повлияет на кожу, достаточно сложно. И в связи с этим я посоветовал клиентке обратить внимание на курорт Порторож. Это одновременно морской и термальный курорт в Словении, достаточно эффективный. Там можно полечиться термальной водой, грязями. Там делают ванны из морской ропы. И плюс, конечно же, можно покупаться в море, а как вы знаете, морская вода очень хорошо влияет на кожу. В Порторож есть прекрасная группа отелей Life Class, комфортные, со своим большим лечебным центром, с бассейнами из морской и термальной воды. Там превосходные врачи, огромный выбор различных лечебных программ и... Что самое главное, одна из главных специализаций этого курорта как раз заболевания кожи. Хороший климат, много солнца, можно отдохнуть и на море, и одновременно и полечиться, посмотреть местные достопримечательности и, в общем-то, достаточно неплохо отдохнуть. Что еще могу посоветовать по выбору курорта с заболеваниями кожи? Обратите внимание на курорт Смрдаки в Словакии, тоже достаточно эффективный термальный курорт, там лечат термальной сероводородной водой и грязями, но в отличие от Порторожа, там нет моря и там достаточно скучно, потому что это сельская местность, примерно в 60 километрах езды от известного термального курорта Пиештяны. В общем, я бы сказал, на любителя. Поэтому клиентке я посоветовал, как основная моя рекомендация, это Порторож. Она уже забронировала отель там и обещала оставить видеоотзыв о своем лечении на этом курорте. Дорогие друзья, обращайтесь ко мне за консультациями по выбору курорта, посещайте мой сайт bookspahotel.com, выбирайте курорт, санаторий, отдыхайте и лечитесь на здоровье.